В апреле 1954-го американский музыкант Билл Хейли записал песню «Rock Around the Clock», которая стала знаковой в новом музыкальном направлении. Много лет спустя, 13 апреля, день рок-н-ролла отмечают по всему миру. И, как выяснилось, даже в детских садах. Точное происхождение термина «рок-н-ролл» неизвестно. По некоторым источникам, диджей Алан Фрид позаимствовал его у моряков. Они так называли морскую качку. Похоже ли движения, которые танцуют под эту музыку, на качку, судить сложно. Впрочем, в такие нюансы дошколят, и их родители не посвящали. У воспитателей была другая цель. И мы хотели показать и детям, и родителям, как красиво этот танец рок-н-ролл. Это танец нашей молодости, это своеобразная одежда, это такой настрой веселый. Но пританцовывать малыши наверняка будут еще долго. Очень уж заразительный ритм.